Всем привет, друзья, и вы на канале Мисс Мария. И сегодня я гуляю с Лерой Батьковной. С Батьковной! Да, да не бейся, палка больно бьется! Мы сейчас просто вот так ты вот... Ты белыми красками? Да, белыми. Белыми, вообще белыми! А сзади посмотри, какие они красивые. Ты серьезно, красивый. Да вообще, красивее некуда. Мы, короче, сейчас гуляем. Катались на великах, сейчас уже не катаемся на великах. Ужа. Хрен знает почему. О, камера, камера большая, вообще бомба. Ой, да, правда, не знаю, куда смотрю. Надо вот сюда посмотреть. А в гадалку надо смотреть. А? Угу. Гадалку? Это Лера, долбоёбка. Лера! Красивая. Кто? Для себя я красивая. А, я думаю. Для остальных нет. Все нормально. Да вообще. Только мама, живот надо. Маковый. Живот никто не видит. Да, Лера. Так. Я фэшн, про фэшн делаю. Знаешь, что мы забыли? Мы забыли велики покажи. Поехали. У Леры новенький, красивенький. Надеюсь, его тут видно. Его видно, Лера? А вон мой. Не знаю. Видно? О, видно. Да нормально, иди тут со своим пионером. Так, сейчас. Мария. Утилка. Прикольная фотка. Сейчас, слышишь, надо так правильно как-то сделать. Поехали. Да, подожди, мне надо сфоткаться. Пускай сейчас, стой, подождите. Ой, я фоткалась. Сельская. Так. Да, деревенская еще скажи. Вот это одно и то же. Господи, одно и то же. Село Куйбышево. Подумаешь. Приходите на улицу Минусскую, дом 10. Так улица называется. Сейчас немного потерпите. Тетя Маша, надо сесть. Ой, тетя Маша села. Перелом на телефон не уронить. Новенький телефончик. У меня подарок. Ой, что? iPhone XS Max плюс. Шо, шо, шо? Шо, шо, шо? 60 тысяч? Ты серьезно? iPhone 6 стоит дешевле. Если XS Max стоит 110. В общем, такие вот дела. Мы едем на велике. Не смотрите на одно мое место там. Это сидушка. Это сидушка велика. Жалко, что тут камеру нельзя переключать. Едем. Моя тень сзади. Вообще. Селфи, ма. Говорю, Маша, смотри в камеру. А Маша смотрит хрен знает куда. Стой! Тормози, Лера. До меня только сейчас дошло. Вот как надо. Глянь, какой закат. Чего? Солнце видишь? Это была минута позиры. Там Бибика едет. Сейчас Бибика нас. Пипи будет. Пипи будет. И нам, и всем. Ты подождать меня можешь? Тетя Лера велика. Уехала Бибика. Чужие огороды я вам не буду показывать. Такой мини-влог у нас будет. А куда мы вообще едем? А? Валерия Старкица Андреевна. Я нервы все знаю.
Блин, там гора такая красивая. И мы где-то вот там на краю были. Классом. Вот я знаю, что мне не идет, когда у меня тёлка заправлена. Ну, Маша все равно заправляет. Это Маша. Давай в больницу поедем. А сейчас прикинь, я все это время не снимала. Вот круто будет, да? Не, вроде бы снимаю. Чё? Чё? Да едь. Кого? В общем, мы едем. Тихо. Маша тормозит. Здесь никто сейчас не видел. Еще я надеюсь, что тут камер нету. Зацвевшая сирень. Контент просто муа. Персик. Лерка уехала. Не увидит этой красоты. А Маша еще кое-что нашла.